Добрый день всем, здравствуйте. Вот решил провести социальный эксперимент. Многие писали, как типа способна ли микроша разогнуть пружину, с толстыми диаметрами работать или так далее. Классическая пружина, жигулевская, задняя, копейки, классики, диаметр 14 мм или сколько она там. Короче, микроша, вы видели, да, справляется с ним на ура. Если кто-то скажет, да, я газом бы погрел, ну, ребят, газом это так себе. Если вот таких вот горелок, вот таких, ну, наверное, штуки 3-4 надо одновременно, чтобы нагреть до красна. Видите, я перед вами тут вожу, и пока только-только краска у нас начинает обгорать. Металл еще, чтобы покраснел, что-то далековато. В данном ситуации вот такие горелки, там, за 500, за 600 рублей, с Алиэкспресса, как многие пишут, а я горелочкой с Алиэкспресса за 200 рублей сделаю. Ни хрена вы не сделаете такой горелкой. Микроша, вот, пожалуйста. Проходит буквально 15-20 секунд, и металл уже краснеет. Краснеет настолько, что вполне можно уже загибать и разгибать, и все, что угодно делать. Так что в данной ситуации микроша рулит. Пусть это будет опять реклама, ребят, но реклама-то полезная. У меня есть пропан, у меня есть кислород, у меня есть резаки, есть шланги. Но насколько вот эта микроша весом 900 грамм намного проще, чем вот это вот разматывать шланги, горелки, пропан, за ним ехать, кислород менять и все остальное прочее. Для каких-то больших объемов работ, да, я согласен, нужна мощная пропановая горелка. Я ничего против не имею, поэтому она у меня тоже есть. Но после пропановой горелки я никак не могу наиграться вот такой вот штучкой. Ну вы все уже заметили, да, я уже всех забодал на своем канале. Ну вот, пожалуйста. Для чего это разгибаем? Сейчас я доразогну до конца пружину и вам покажу потом. Пока гнем. Вернее, пока выравниваю. Сейчас, ребята, попытаемся согнуть кочережку свою дальше. Пруток 1,30 м из жигулевской пружины. Выровненный, отстуканный. Ну, вы видели, да? Теперь он ровненький. Теперь попробуем согнуть кочергу. Это будет несложно. Просто трубочка. Поехали. Раз. Чуть дальше. Прогреваем. Ну, я думаю, достаточно. Красота. Так, пока выключаем. И сейчас следующий загибчик. Так, ну, ребят, я вам немножко ракурс изменил. Давайте погреем. Немножко раздвинул виточки. У меня тут стеклоткань уже это зашарошилась. Надо будет поменять. Время пошло. 10 секунд. 15 секунд. 15 секунд. О, кочерга какая получается, ребят. Теперь надо с этим концом поработать. Так, ну чё, поехали.
вот, ребят, что у нас с вами получилось. Теперь сейчас надо осталось отогнуть крючочек в нужную нам сторону. И, в принципе, крючок для ПДР готов. Делается это, как вы понимаете, легко и просто. Опять вставляем, нажимаем кнопочку, ждем 30-40 секунд. Ну, вот, в принципе, нагрелось до красна. И загибаем. Все, под 45. Ну, это примерно, приблизительно, сами понимаете. Ну, вот, в принципе, и все, ребят. Загнули здесь под 45 градусов. Как бы так показать. Ну, вот так, да. Здесь ручка есть. То есть, самый простейший крючок для беспокрасочного ремонта. Жмем вот так вот. Упор, крутим, давим, поджимаем хоть тем кончиком. Сами понимаете, что можно этот крючок было согнуть под 90 градусов, еще как-то. То есть наш аппарат, индукционный нагреватель, позволяет это делать быстро и непринужденно. Вы только что видели, можно разогнуть пружину, подобрать необходимый вам диаметр. Ну вот пружинка, да, у меня жигулевская, 12 мм. Если переднюю взять жигулевскую, там и 16, по-моему, даже. То есть все это можно сделать. Вот такой. Вот у меня метровый крючок получился. Вот если сейчас зайти на какой-нибудь сайт, где продается ПДР-инструмент, вы удивитесь. Цена такого крючка может быть и 2, и 3, и там 4 тысячи рублей, да? Именно с хорошей стали 65Г там и так далее, да? То есть именно хорошая пружинная сталь. Не просто инструментальная сталь 45 или еще какая-то, а именно пружинная. Естественно, что вот этот крючок будет ржаветь, можно покрасить, можно просто его смазать маслицем, можно заворонить. А еще чем эта сталь интересная, она после термообработки, как самокал, она закаливается. Ее можно, конечно, закалить, она будет прям вообще такая, но даже в таком виде, сейчас покажу. Даже в таком виде она довольно упругая. Вот я ее отгибаю. Ну, пружина есть пружина, да, Жигуля держит. Соответственно, кому именно такой профиль не подходит, можно сделать другой. Кому-то вот такая ручка, допустим, не нравится, можно переделать. Ребят, при желании, при помощи индукционного нагревателя, можно изменить форму ручки буквально в течение 1 минуты, да? То есть сейчас нагреем, согреем, перегнем. Была Г-образная ручка, кому-то нравится Т-образная. Давайте попробуем. Ну вот, прошло буквально 30 секунд времени. И наша ручка легко и непринужденно выравнивается. А сейчас делаем загиб в новом месте. Опять же, нагреваем. Опять прошло где-то 30-40 секунд времени. Ручка из Г-образной стала Т-образной. А теперь имеем вот такую ручку. И немножко, надо было немножко поровнее согнуть. Ну, я вам сейчас просто как например показываю. Ну, в общем, ребят, давайте подытожим. Можете считать это, опять же, реклама Микроши, но просто-напросто я вам показал еще одну из ее возможностей. При наличии такого аппарата вам уже не составляет проблемы из вот такой вот крокозябры, любой крокозябры, если он справляется с вот такой, ну, с такой тем более справиться, согласны? Или вот такие вот есть торсиончики. Вот такие торсиончики есть. Это с крышек багажников автомобильные. Очень хорошая сталь, крепкая, все. Но попробуйте ее согните. В тисках не получится, плоскогубцами не получится, только греть. А горелкой газовой с баллончика не нагреете. Если у вас, конечно, есть пропановый баллон, кислородный баллон, резак, шланги, все дела. Да, не спорю, вы это можете сделать. А если у вас этого нету? То есть смотрите, что получилось. Приобретение Микроши у меня многочисленно расширились возможности в моем гараже. И вот имея рядом металлоприемку, где можно приобрести вот такие заготовки,
Никакого труда не составляет сделать уже даже инструмент для беспокрасочного ремонта. Я понимаю, можно пойти купить на Алиэкспрессе или на специализированных сайтах по ремонту. Но если вы этим занимаетесь непрофессионально, как-то так от времени к времени, да, или вам не надо выводить в ноль какой-нибудь Lexus, а у вас какой-нибудь Жигуленок, и вы хотите его быстренько под шпаклевочку, где-то что-то под грунтовочку вывести, то вот, в принципе, вот этого уровня вам вполне достаточно. Ну, а кто вам мешает совершенствоваться и расти? Ну, только что вы видели, да? Вот это вот из торсиона. Трубка 20 на 20, согнута с торсиона. Это вот вообще примитивнейший кислородный шланг, пруток десятка. Это волговский торсион заднего крышки багажника. Это с какой-то иномарки. Вот еще согнута, просто приварена гаечка, длинные гайки, да? Ну вот из этой же серии, вот есть еще одна, тоже из торсиона. Вот видите, тут торсион, потом он приваривался, вот ручка квадратная, к нему приварена просто гаечка. И вот, пожалуйста, насадочки разной-разной формы. Можно сюда вкрутить. Вообще, ребята, знаете что? Те, кто интересуется вот этим всем, или заинтересовался после моего ролика технологией беспокрасочного ремонта, ну, рекомендую, ссылочки будут в описании, рекомендую зайти на канал Александр Капусткин. Человек уже много-много лет профессионально занимается именно беспокрасочным ремонтом. И, честно говоря, вот именно вот этот проект, разогнуть, согнуть пружину и сделать из нее какой-то вот крючок, ну, в данном случае вот такой метровой длины, да, это было по его просьбе сделано. Получится с микрошей это? Мне стало это интересно. И вот я даже такое сделал. Как видите, хотите красоты, можно просто с баллончика их покрасить. Будет черненький, ну как будто воронен. Можно простенькие какие-то сделать. Вот это с нержавейки мы делали с вами. Опыт, эксперимент, гнули, разгибали. Значит, кому интересно назначение, применение вот этих всех крючков, конфигурации, вот эти 5 штук вот тут у меня есть, это буквально может быть 1 или даже 0,5% от того, что надо. У вас будет 222 крючка, и вам всегда будет их мало, если вы будете профессионально заниматься беспокрасочным ремонтом. Индукционный нагреватель нам многократно увеличивает наши возможности. Пусть это будет считаться вами как реклама. Но я думаю, реклама была интересная. Ну и давайте еще раз для любителей ПДРки, тех, кто любит делать инструмент своими руками, маленькую такую кульминацию на подскрипку. Ребята, прогрев занял ровно 1 минуту. Смотрим, что из этого получается. Зайдем с другой стороны. Наверное, сейчас у многих мастеров по ПДРке ёкает сердце. Они начинают понимать, что сейчас здесь происходит. А? Как вам такое? Прогрев ровно 1 минута. Выключаем микрошу, работаем. Ну, можно добавить. Ну, вот такая штучка у нас получилась, ребят. Она еще даже вот здесь горячая, здесь холодная. Я думаю, у мастеров ПДР, у многих ёкнуло сердце, насколько легко и просто можно себе сделать гладилку из москвичевской рессоры. Это рессора от москвича, ребят. Вот, ребята, в итоге вот такой подскриптум у нас получился. На каждый загиб микроши потребовался всего-навсего, ну, минута 20 секунд. Я дольше шлифовал и полировал вот этот кусок москвичевской рессоры. Те, кто занимается ПДРкой или просто рихтовкой, да, рихтовкой автомобиля, не обязательно без покраски, просто рихтовкой, прекрасно знают, что такое гладилка, что такое рихтовочный напильник. Ну вот гладкий рихтовочный напильник для тонких работ.
пожалуйста. То есть вещь красивая, аккуратная, симпатичная. Можно вполне себе шлепать. Вот одна из возможностей аппарата Микроши. Еще раз говорю, кто хочет, сочтите это рекламой. Кто хочет, сочтите это просто демонстрацией возможностей того оборудования, которое дает современные технологии, при помощи которого можно делать вот такие замечательные вещи. Вот это газовая горелочка из баллончика, ну, уже никак не сделаешь. Да, большим пропановым резаком или ацетиленом легко, я согласен. При наличии горна и так далее. Здесь все просто. Розетка 220 вольт, получаем новые необходимые нам инструменты. Ладно, я уже опять повторяюсь. Так что всем любителям поковыряться с железками, всем любителям новых технологий, всем, кому было просто интересно посмотреть на возможности индукционных нагревателей, это еще не такое широко распространенное явление в гаражах, да, в пределах, по крайней мере, нашей родины. Всем, в общем, как всегда, вот такой огромный привет, всем творческих успехов, ну и будьте мне здоровы, как говорит всем знакомый Одессит, да? Всем пока. Кстати, ссылочки на Сашу, вот где-то вот здесь и в конце ролика в описании. Переходите, смотрите. Там более подробно про все про это.